Сегодня у нас распаковочка гуманитарной помощи от Рената Ахметова. По правилам распаковок надо взять самый крутой нож в доме и им все вскрывать. Выдавали один коробок на двор. Все было организовано хорошо. Шикарная организация. Шикарно. Адреса были. Очередей не без было. Без очередей. И прописаны очередность улиц в порядке убывания от места выдачи. Это очень удобно. Макароны, мука, сахар, тушенка, паштет, печенье, соль, курпак, фасоль. Сахар. Отличный диамант. Угу. Винницкий. Винницкий? Нормально. В Александровке-то у нас нет. А это чего? Кашка. Пшеничная. Да я пытаюсь найти. Да понятно, что гарантия якости. Крупа пшеничная. Хочу узнать, где она сделана. А, что? Днепро. Печенье. Типа юбилейный букет. Макароны. Ты морячка, я моряк. Йодированное. Первопомола. Да, когда-то у нас был сользавод. Вот. Фасоль. Наборщик. Или на... Постный борщик. Или лобио. Лобио, да. Сегодня лобио. Или чили конкарне сделаем. Сегодня будет лобио. Да. С этим. Что это? Паштет. А. Для завтрака. Угу. Школа. И... Мяско. Свинина. Мяско. Да, нормал. Вот. Коробок в хозяйстве пригодится. Спасибо организаторам, спасибо за предоставленную нам помощь такую. А девочки очень классно организовали. Дальние улицы получили с утра, ближние улицы будут получать до вечера. Угу. Молодцы. Только не ругайтесь.